Добрый день! Я Чивель Александр Станиславович, проживающий в городском поселке Радуги Бурновского района Гродненской области. Обращаюсь лично к президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. В связи с тем, что на мои обращения, где бы я ни обращался, рассматривается лживо и несправедливо. Я учитель музыкальной школы по классу аккордеона. Проработал 19 лет. Ответственно отношусь к своим служебным обязанностям. И в связи с этим директор Радонской детской школы искусств последние 4 года регулярно мне указывает написать заявление на увольнение. На что я и мои ученики за последние 5 лет в школу ежегодно привозят огромное количество республиканских и международных дипломов. А также получают каждый год премии со спецфонда Республики Беларусь. Я отец 5 детей. За собственные средства вынужден возить на своем авто учеников на международные и республиканские конкурсы. За свои деньги ремонтирую и покупаю инструменты в музыкальную школу, дабы она процветала, ее знали в Белоруссии и за ее пределами. И я имею следующее. Директор Радонской детской школы искусств подключил всю районную власть во главе с председателем районного исполнительного комитета Розумовым Николаем Аркадьевичем, который мне приказал в присутствии всего коллектива школы написать заявление об увольнении. Этого я не сделал. Я поступенно, начиная с Гродно, управление культуры, просил о помощи, чтобы разрешить проблему на месте. Но меня не поняли, не услышали. Далее я 15 августа был на приеме у Максима Владимировича Рыженкова. Затем 27 ноября у Лисковича был на личном приеме в городе Гродно. Далее в конце января 2019 года встретился с Шейманом Виктором Владимировичем. Все безрезультативно. И сейчас, 2 декабря 2019 года, был у Маркевича Анатолия Мячеславовича на личном приеме. Результата опять нет. В чем проблема? Вы, президент Республики Беларусь, издаете указы, которые должны в соответствии с законом соблюдаться. И поэтому я, когда затронул эту тему в школе, взамен мне сказали уволиться. Указ президента Республики Беларусь, который вступил в силу 14 октября 2015 года, в новой редакции у меня в школе серьезно нарушается. Мне в музыкальную школу разрешается приходить только 2 раза в неделю из-за вашего указа. Директор в соответствии с законом дал столько нагрузки, что на бюджет прожиточного минимума мне не хватает. В этом учебном году я не имею положенных по закону мне документов для того, чтобы можно было проводить учебно-воспитательный процесс. У меня нет ни журнала, ни своего рабочего места. Со мной 30 апреля 2019 года составлен трудовой контракт, где все понятно изложено и со стороны администрации школы четко и грубо нарушается. Я работаю в детской школе. И когда меня и моих детей не пускают или не принимают в школу по каким-то личным мотивам, всем понятно, то я объяснял и администрации президента, и уже Совету Республики в лице Качановой Натальи Ивановны, что только президент лично и я, мы вместе сможем решить проблему, победить зло и дальше работать на благо нашей Родины. С уважением, отец 5 детей, Чивель Александр Станиславович.